А сейчас мы смотрим на Национальную австрийскую библиотеку. Перед входом прекрасная конная статуя принца Евгения. Здесь музей папирусов, богатое собрание Национальной библиотеки. Только что мы вышли из музея Хобург. Посмотрим сейчас площадь героев. Вот там вдалеке конная статуя Карла. Мы были около нее. Имперский стиль. Триумф королевской власти. Императорской. Расцвет абсолютной монархии в Австрии, который увенчался управлением Франца Иосифа.